Понимаешь? Да. Это вход в будущее. Наша школа Homo Futurus – это наше будущее. Я сделал там два фильтра. Первый я на Фейсбуке и ВКонтакте поставил открытую группу, куда из Фейсбука и ВКонтакте, из ВКонтакте, с моих страниц будет входить. И закрытую группу Homo Futurus – человек будущего. Это два фильтра для тех людей, которые действительно проходят нашу онлайн-школу Homo Futurus для развития творческого изобретательского мышления. Это два фильтра таких, чтобы отсеялись все люди, которые не думают о будущем. Это вход в будущее. Вот мы здесь возьмем белый холст и напишем «Будущее». Вот так вот. Так что входите в мои группы. Это фильтры с нами в будущее, кто думает о будущем.